Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители, всем огромный и пламенный привет. Сегодня прям, не знаю, лично у меня так вот просто настроение вот прям огненное, вот прям вот готов заряжать, вот просто вот у меня все было отлично, вот, ну, вот хороший день, вот, вот чувствуется хороший день. Надеюсь, и также будет продолжаться наш сегодняшний вечер, где будут команды нас радовать своей игрой, а у микрофонов для вас будут работать Максим Чеев-Терентьев и Илья Стивихайдаров. Привет, 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 наши дорогие зрители. Ну что же, к сожалению, на сегодняшний игровой вечер у нас было с вами довольно приличное количество переносов. Постоянно отказывались команды играть в этот день. Так что мы с вами врываемся в элитный дивизион. И тут же нас ждет небольшая оказия. Девочки из команды SFT, они же 3A Power, будут отыгрывать вчетвером данное противостояние. И я, судя по всему, краше. Ничего страшного, загружайся, погружайся. Ну а мы посмотрим за продолжением, где девчонки отпускают альфу, что в принципе на ДЦ вчетвером, наверное, делать самое правильное. И сейчас они будут оборонять Бойда, на который как раз таки настроенный коллектив Galaxy. И Galaxy, Виса пытается Зигу пикать, но там злая с хотелкой будет оборонять выход как раз таки по этой позиции. Но там летят хаешки, просто двоем играет Galaxy на позиции, где... Кинув одну хае, можно закрыть двоих игроков, но это сделать не получается, просто потому что на размене сами играют девчонки, закинув хаешку, тут, ого, тут пошли размены более интересные, и ситуация уже вырисовывается 2 в 3, и атака разворачивается в сторону альфы. Бенефис очень хорошую позицию сейчас имел и мог ее реализовать, но он... Не выходит. Не выходит наверх дома, но тут уже поздно, тайминги потеряны, хотелка выходит, они с дома чекать. Нашивают друг друга ребята и расходятся. Бомба установлена, и Несс спрыгивает на Парыч. Видела Бенефиса, но попасть не получилось своевременно. Хотелка. Прыгает ЦК на коробку и будут пытаться как-то они, наверное, дом закрывать. Но тут тяжело, тут уже в клешне ребята зажимают. Сейчас игрок с дома просто упадет на Парыч. Упадет на Парыч, Бенефис, спин Несса видит, но хотелка закрывает. Ситуация 1-1, 19 секунд на таймере. Брюс уходит, петляет на стрит как можно только быстрее. Алиса садится на дефуз бомбы. Это слышит прекрасно Брюс, но тут время, да, тут уже просто без вариантов как-либо победить, потому что Брюсу труда не составило, в принципе, забайтить на такую бомбу и потом ее разыграть. Времени просто не хватило. Не хватило времени, и 1-0 за коллективом Galaxy. Слушай, он что-то как-то не хочет меня пускать. Не хочет. Бывает и такое. Но он говорит, обновление клиента, я поставил обновляться, и он такой типа, эй, но я на 1% постою, у меня все нормально. Моя остановочка. Да-да-да, подмени еще. Бывает. И хорошо, что хотя бы хоть картинка видна для дорогих зрителей, но тут была аркада от злой, где она нашла фраг по бенефису, ситуация 4 в 4, но вот я надеюсь, вы успели сейчас захватить этот момент. Просто злая, когда дала фраг, и просто несмотря, откуда она бежит, бежит в сторону, получается, ямы, размахивая ножами вот так всячески, и ее просто нашивает спину, но... Я думаю, вы понимаете, о чем я пытаюсь вести речь. Ну, судя по всему, про ножи опять. Да, про ножи. Ну, слабо, зачем? Понимаешь, она пошла на поджим, она дала минус. Большая молодец, умничка. Но отходя, она просто бежала спиной, размахивая ножами. И она бежала ни влево, ни вправо, просто прямо. Пусть так, пусть так. Ситуация 3 в 3. На альфу развернулись ребята из Galaxy. Они прошли, в принципе, в плент, но потом пытались стрелять из этого же плента, где Скетч получил пулю по как раз тому глазу, который он высветил для оппонента. Ну и получили ребята фраг. Есть постановка бомбы. Ситуация 3 в 2. Девчонки идут на выбивание. Фемта находится в упоре на позициях... Как раз таки пирамиды, и Брюс будет играть у него на подкрепе. Алкоголичка заходит, перестреливается против Брюса, и тут же заходит на хотелка на плент, закрывает девчонки всех своих оппонентов, легко, в принципе, и непринужденно забирая первый раунд для себя также. Бомба деактивирована. Так, я сейчас должен прогрузиться. У меня пока что все стоят. Бывает, бывает. Давай. Вот я сейчас чувствую... Take my energy. Да-да-да-да-да. То, что было тогда с тобой. Нет, я в деле. Я в деле. Прошу прощения, дорогие друзья, что были небольшие технические неполадки, но, как отметил Илья, главное, что вы видели картинку. И тут же перемещение от Galaxy под позиции Аплейнта и аркада от злой на банан. Но, тем не менее, этот пик не увенчался удачей. Приходится отходить немного назад. Позиции Аплейнта покидают девчонки в очередной раз. Попытаются разыграть эту ситуацию в закрытую. Насколько будет это профитно, узнаем в ближайшие несколько минут. Но тем временем заход под Аплейнт уже свершился. Раскидываются смоки на окна. Ну и Висо занимает бомсайт.
все пытается выманить хаешки, а там игрока обороны на одном месте даже близко нету. Я вижу, игроки обороны сишки вроде бы дергали. Ну, вот как раз таки Виса просто сел на план, посмотрел, так, вокруг ничего нету, можно ставить, фух. Но, ладно, нету сишек, но где хаешки? У вас несколько игроков смотрит на... Ну, может смотреть в альфу, раскидывать их, и вот после... Ну, постфактум уже закидывают хаешки, но они уже не нужны, в принципе. Хотя там сидит, конечно, Виса. Но посмотрим. Но они опять же толпой летят сейчас с пятерки на перестрелку с бомбсайтом. Самое главное, что у игроков команды Galaxy спина сейчас прикрыта, так что они могут в основном сконцентрироваться именно на пяти. От Скейча злой и Фента в очередной раз. Фента! О-о-о, хорош! Хорош парень! Трипл килл на ровном месте. Ну и, друзья, очередной раунд в копилке команды Galaxy. 2-1 тем временем счет на табло. Пока что, конечно, преимущество невелико. Но в любом случае игроки команды Galaxy явно чувствуют, что здесь они, так скажем, на коне, они в численном преимуществе и могут немного себе позволить агрессии. Тут же Аплейнт в очередной раз дарят девочки из команды Trio Power. Перемещение под короб. Скейч попытался найти информацию пяти, не удалось, но зато от бенефиса хаешка залетела точно по адресу. Погибает злая, но и ситуация еще более усугубилась. Так поняли, Galaxy, что девчонок-то 4, и что они действуют по тактике отпуска альфы. И альфа, в принципе, не смотрится, но они могут просто массы задавить эту точку, и этим сейчас и пользуются ребята. Уже второй раунд так точно, ну и вот благополучная постановка бомбы. Оборона не ставит сишки, бросают хаешки, кстати, хорошие. Ну, от Несса залетела неплохая хаешка, даже очень сочная, я бы сказал. Ну и выбивание 4 в 3, чек, наверное, позиция коробки, там никого не находят, летят смоки на раздефуз. Ну, времени много уходит, сейчас нужно просто перестреливать всех своих оппонентов. Но Виса ставит с Брюсом хорошую пачку для себя также, на кассе падает Несса, всех за открывают еще один раунд для Galaxy. Ну, а вот уже потихоньку и отрыв, собственно говоря, сформировался игроками команды Galaxy. Самое главное, чтобы они сейчас не попытались придумать велосипед для себя. То есть они знают, что позиции Аплейнта для них доступны. Они вполне могут продолжать играть под эту позицию. Но Хотелка тем временем выходит на пик стрита. Такое ощущение, что у Пента появилась по ней информация. Да, тут уж точно есть инфа. Хотелку пока что не рейдят. Но, тем не менее, информация о том, что Аплейн сейчас явно не в пустом состоянии, имеется у игроков команды Galaxy. Определенный плюс для них и без каких-либо потерь для себя. Центральное кафе на пике злой. Злая попытается зайти сейчас в тыл своему оппоненту. Минус имеется от Скетча. Скетч продолжает байтить на себя пятерку, но совсем забывает про спину, где злая заходит спокойно на расстрел. Минус по бенефису. Вис разменивается тут же, но тем не менее бомба будет установлена. Информация по злу имеется. Пачка от Брюса и соло-алкоголичка. Кадр заходит в спину, забирает первого, забирает второго и да... Фем-то не добирается. Она его вроде бы как видела, но потом уже под эмоциями от этой перестрелки потеряла этот, ориентацию в пространстве и просто остановилась. Она что, она убила Брюса? Все, хватит. Ну, в любом случае, это раунд для Galaxy в очередной раз, как я уже говорил. Они почувствовали. Они почувствовали эту альфу, и просто посмотрите, они каждый раунд все идут под альфу. Они понимают о том, что она опять отпущена. А девчонки из Trio Power, они как бы... смотрят ее, есть хорошие хаешки, но выбивание после занятой альфы Galaxy не такое, как они хотели. Оно не приносит результата. Но они продолжают так же играть. Слишком много уже игр именно идет в закрытую с Аплейнта. Я не имею в виду конкретно сейчас эти раунды и этот матч. В целом, слишком много коллективы стали играть в закрытую именно под Б-сайтом и отдавать позиции альфы. Здесь атака должна уже была выучить для себя наизусть то, что сюда летят хаешки. Просто надежда на хаешки и на C5, которые, как правило, отправляются в бомбсайт. Тем временем, опять же, с маками пытаются закрыть обзор дому. Бомба была установлена, Скетч, скорее всего, отойдет под нубку. Здесь же в упоре остается бенефис с дуалами. Виса тем временем выйдет на парочке, где к нему спиной будет стоять три оппонентки на пятаке. Выход имеется на пик. Скетч, неплохой минус раз. Несса на размене закрывает Виса. Хотелка, ты куда, соло-то? Да ладно, простили, хотел сказать, но тем не менее, закрыла Брюса. Скетч разменивается. Несса идет казнить и находит две головы к ряду. Отлично. Раунд второй все-таки имеется для девочек из команды SFT, но в любом случае, бомба, друзья, 4-2 счет на табло. И этот раунд взяли на волоске. Светлана, убийца Несса Стейшн, делает важные фраги в этом раунде и забирает раунд для своей команды. И это очень хорошо, конечно, заимев два раунда для себя. А я смотрю, она прожимает позиции инсайда практически, но ее сейчас будут просто зажимать так же, как она пыталась сделать со своим оппонентом. Она пытается удивлять, но
пока ее только лишь зажимает Бенефис, информацию по ней имеет, и вместе со скетчем они вышли, и скетч короче, хорошую пачку дал на стрейфе, и минус хотелка. А ну, в общей сумме удивить не удается. Да, злой все-таки есть выпад, она закрывает Бенефиса, но проход под позиции Аплейнта в очередной раз свершился игроками команды Galaxy. Скетчу по-хорошему бы выдать саппорта, собственно говоря, это будет Брюс от злой. Очередной минус имеется по фемте, ситуация моментально сравнялась по выжившим игрокам, 3 в 3. Злая продолжает пикать пятерку, но тем самым она и не подпускает как раз-таки своего оппонента к бонсайту. Виса проходит на нубку, но забраться в сам плейнт пока что не удается. Так, а может тут C5 где-нибудь? Ну-ка. Нет, вряд ли. Я один раз я видел, тут сишку подорвали, но, видимо, потом отказались от них. Бомба в любом случае, друзья, бомба была установлена, Несса не выпустит Виса с бомсайта. За спину заходит алкоголичка, надежда на Брюса. Зачем, скетч? Алкоголичка в спину не получается нашить, но тянет время для того, чтобы ее тиммейтки заходили и благополучно перестреливали своих оппонентов. И алкоголичка на смене пыталась быстро прийти к своей тиммейтке. Света, а ты что остановилась? Она ждет, когда он возвращаться будет. Ну, понятное дело, но... А все, он ее услышал. Он ее услышал, будет тянуть тайм. Но минус все-таки имеется от Нессы, но навряд ли она здесь успеет на плейнт. Да, все. Она даже попытку не сделала. Могла бы попробовать хотя бы, знаешь, что надежда умирает последней. Она бегала только к пирамиде, уже было 6 секунд. Так бы она села на 5 и без купона. Вера, главная Вера. Может быть подошла, и может там, не знаю, там, хоп, секунд 6 стало снова опять, когда подошла на 3 примеры. Да. Все могло быть. Но в любом случае, друзья, 2 раунда имеется за девчонками из команды SFT. Посмотрим за их атакой. В любом случае, в атаке сейчас должно быть полегче. Они по-хорошему могут придерживаться того же правила, что и парни из команды Galaxy. Galaxy играли именно всем своим стаком под конкретную точку. Да, они пытались там где-то растягиваться по началу раунда, но в конечном итоге они собирались все, допустим, при атаке А плейнта или Б плейнта. Но в основном они ходили под А, потому что знали, что этот бомсайт для них просто подарок. Так что девочки из команды SFT могут делать абсолютно то же самое, просто всей своей толпой идти под единый вектор. Но тем временем Виса на поджиме центрального кафе, Бенефис принимает короб, Фента уже пикает стрит, есть информация по алкоголичке, но дамаг не регается. Ладно, ЦК подходит и просто нашивает Виса. Вот как раз таки минус, ребята. Вот я иногда слежу за тем, как садятся ребята за эту дверь. И некоторые садятся вот прям совсем в упор, чтобы вот так дышать в дверь. Вот смотреть на нее вот так вот. Ну, делать так абсолютно не нужно, просто потому что сейчас вам объясню, как это выглядит со стороны. У вас отсюда каблучки видно, в принципе. Или даже простой нашив через дверь, как сейчас было с Виса, вас просто может закрыть. И поэтому, ну, по-хорошему, ну, чуть-чуть подальше можно встать. И реально эта позиция будет козырной и неждан для оппонента. Но тем временем атака продолжает свое движение в сторону Б вроде как, потому что Несса нашивает длину, Брюса нашила и закрыла просто фента. Тут злая выходит на зигу. И сейчас позиция Брюса должна быть, в принципе, известна, потому что уже нашивала опять же Несса. Но играется Альфа. По-хорошему, бомба должна уже, да, ставиться так, что Брюс сам пойдет в ловушку. Злая прекрасно слышит его перемещение. Да, я думаю, она и видела там от пека третьего лица. Выход имеется от Нессы, и Несса спокойно ставит точку в этом раунде. Несмотря ни на что, девчонки не падают духом, продолжают отыгрывать довольно уверенно, и первый же раунд в атаке уже у них в копилке. Так что надо продолжать теми же темпами. Прошу прощения, друзья, немного заговорился. Ну и, собственно говоря, выводить потихоньку на камбэк. Но, с другой стороны, Galaxy тоже зажиматься сейчас ни в коем случае нельзя. Если соперник будет до конца пропагандировать более агрессивный стиль игры, наверное, стоит ответить агрессией. Но, тем временем, имеется минус по алкоголичке. Тут же размен по Виса. Центральное кафе под контролем SFT. Выход имеется на зигу. Злая продолжает искать фраги под Б-сайтом. Но пока что все попытки тщетны. Виса в очередной раз вышел на аркаду ЦК, и он в нее сейчас именно зашел. Не ожидал подходящих игроков, а пытался сам заракадить, но его закрыли. Вдвоем остались злая с хотелкой против 4 игроков обороны, которые растянулись, в принципе, также по всей карте. Могли они похожий стиль показать, как играли в 4 девчонки, но растянулись, и это возможность. Возможность для девчонок, чтобы зацепить одного, перетянуться к другому, или, может быть, сразу же ворваться в позицию. Посмотрим. Ну, вроде заходит, чекает коробку злая, все нычки прочекала, никого нету, ага, тиммейтка, где тиммейтка сзади?
Ну, тут бенефис в упоре с крисами, так что минус по зло, и хотелка остается в гордом одиночестве. Да, у нее остается еще фуловый хелсбар, но навряд ли он ей как-то душу греет. Есть информация по фемту, оставляет ему 57% здоровья при попытке покинуть позиции альфы. Ну и хотелка особо не пытается рваться именно под даплейнт, она сейчас направляется прямо в пекло. Здесь находятся четверо игроков обороны, они все друг от друга в относительной близости, так что один погибнет, второй должен выходить на размен. Но от хотелки минус имеется по Брюсу, на первой линии остается Скейдж с дома, выход от Фемта. Фемта очень рискует своей головой, 23% здоровья для дуалов в руках хотелки, это в принципе ничто. Но она прекрасно понимает то, что соперник закрылся под Б, потихоньку уходит на ротацию альфа, да тут и времени у нее особо не остается на выбор. Так что будет рваться под аплейн, ставить пачку и попытается сыграть на тайм, но информации по ней имеется. Хелсбар крайне мал, да и навряд ли ее выпустят вовсе с бомсайта. И хаешку ребят походу не было, но и своими девайсами они, ребят, они разбираются и забирают для себя фраг. И также раунд уходит в их актив. Шестой по счету, и он становится 6-3 на вашем табло. Будем смотреть за продолжением. А комментаторы видят мои смс? Да, видят. Спасибо, модератор. Мы это прекрасно видим, но говорим в свободный момент, когда есть, допустим, возможность вам ответить. Не будет ли это большим, допустим, вопросом. Но если у вас есть какой-то серьезный вопрос, который вы там расписали, допустим, мы постараемся его озвучить на паузе, разобраться в нем. Приветы также передавать, когда есть время. Когда, допустим, есть что вообще разобрать. Вот, допустим, сейчас пока что никаких активных действий нету. Могли бы вам ответить. Но опять же, смотрите сами. Что-то хотите спросить? Пишите. Но знайте, что будете писать ай-яй-яй, модератор почикает. Модератор почикает, но мы смотрим за игрой, где уже, в принципе, можно увидеть аркаду бенефиса с коробки. Вот тут интересно. АЦК. Люди на ЦК сейчас просто не смотрят за спинами. И поэтому бенефис сейчас просто соберет урожай. Первый пошел. Минус хотелка. Алкоголичка просто на эмоциях. Что? Где? Поворачивается, но уже слишком поздно. И осталась одна лишь только злая. Но попытались, опять же, разыграть более затянутый раунд, немного запутать своего оппонента, но получилось так, что запутали сами себя. Они ведь последнего стояли и контрили эту аркаду на четверку, да, был чек, там вроде как и каврилась спина. Но как только девочки пошли в более углубленную атаку на позиции шарта, то спокойно выходит бенефис и пошел собирать урожай фрагов. Так что, друзья, этот раунд отправляется также в копилку команды Galaxy. И пока что парни подошли к отметке несгораемой суммы для себя. Но, я не знаю, здесь ну, надо просто быть максимально жесткими сейчас девочкам из команды SFT. Им надо разносить все, что движется. Тогда они могут, конечно, выйти еще на какой-то камбэк, попробовать вывести на дополнительные раунды. Но, как мы с вами видим, пока что Galaxy особо и не напрягаются насчет того, сколько раундом им остается и как их брать. Минус имеется от Брюса, закрывает Нессу. Есть информация также по алкоголичке, которая погибает. Фемта закрывает спокойно хотелку. Ну и злая одна против четверых. Смещается по центральной кафе. Здесь ее пока что на зиге никто не ожидает. Ну, это до первого фрага. Ну, а далее будет объявлена охота за головами. Злая в соло против четверых. Две минуты у нее сейчас есть, но весь таймер тут уже было бы жестко как-то использовать. Надо удивлять, ну вот выход на Фемта. И Mind Games. Обычно это работает, знаете, когда вы просто приходите на точку, шороху наводите, и закрепляясь фрагом, а потом уходите, допустим, на другую точку, там где-то подцепляли, время просто сейчас позволяет, и она реально может этот клатч разыграть, по идее. Все возможно. Но остается пока еще на позициях Зиги. Может вот именно сейчас упасть на коробку, попытаться попикать парыч, там шальную дать с РБ. Но вот тут, кстати, бенефис спрыгивает. А вот еще одна возможность. Ребята из Galaxy разделяются. Шанс для злой, но воспользуются... Они запас сделали для себя. Они даже не то чтобы разделились, утихла позиция Зиги. Они решили выйти на чек короба. Так что, ну, он ушел бы в пиксель. Ну, собственно говоря, как он сейчас и пытался отыгрывать. Один пик, этого было более чем достаточно. Была информация, что короб сейчас пытается выходить на агрессию. Далее бенефис просто закрывался под низ домом и дал шанс злой сыграть на более выгодной позиционке для себя. Далее злая опять же возвращается к коробу и попыталась сыграть против Парыча, но в этот раз не удается. Победа за игроками команды Galaxy на карте деловой центр, друзья. Так что здесь остаются раунды формальности.
В любом случае, сейчас, я думаю, можно попробовать потренить агрессию девочкам из команды SFT. Как раз-таки попробовать, возможно, разыграть какие-то более плотные ситуации, которые вы отыгрывали на праках, но не решались взять на официальные матчи. Попробовать их потренить в меньшинстве. В любом случае, не будет минусом это для них. Но, тем временем, Хелсбар уже и так маловато злой и алкоголички. При этом они потеряли Нессу. Пошло перемещение от хотелки, которая проиграла файт все-таки против Скетча. Ну и вовсе ситуация остается 4 в 2. Проблемисы. Злая. А с алкоголичкой сейчас думает о том, что им вообще сделать. Ну да, конечно, уже раунды такие, то есть они уже не идут в основное время, так скажем. Но тем не менее, как я говорилось ранее, можно что-то попробовать. И вот в данный момент для вас тренировка идет клатча. Игры в команде, игры на общение какое-то, на парную игру. Но вот сейчас от парной игры здесь только название. Виса уже вроде как запалил алкоголичку, и просто сейчас раз, два, три, Виса не попадает и погибает вообще от рук алкоголички. Тут ситуация 1 в 3, и постоянно девчонки вынуждены играть клатчи из раза в раз. Остается одна против большинства, там 1, 3, 4, 5 оппонента, но их сейчас алкоголичка не переживает, и раунд очередной заходит для коллектива Galaxy. 9-3, остается ребятам еще один. И вот как раз, как я говорил, уже одного почикали, ай-яй-яй. Не вижу на чате YouTube. Артемка все ходит, буянит, он повторяет в чате. Но, тем не менее, вроде не так буйно повторяет, вроде не спамит, но получит. Разозлил модераторов. Но, тем временем, от Фемта находит даблкил, хотелка разменивается, продолжается заход на позиции Аплэйнта. Хотелка, скорее всего, попытается, уже ни до кого не попытается добраться. Хотел сказать, что пойдет на Бенефиса, но Бенефис тут хаешку трехочковую отдает, есть минус. И Несса остается одна против четверых оппонентов. Выходит с центрального кафе, у Виса есть точная информация по своей оппонентке. Хаешка залетела неплохая, минус имеется. Несса продолжает рашить первую линию, есть даблкил, но от Скетча уже уйти не удается. Так что, друзья, точка на карте деловой центр была установлена. Это 10-3 общий счет на табло за ребятами из команды Galaxy. Ну а мы с вами переходим ко второй карте этого противостояния, и это же будет Midtown. Отлично. Ну а пока смотрите на то, да, что вы ставили. 10-3 был счет. 10-3 Galaxy Force Lucky на Ютубе, так что жду тебя в личку. Получаешь свой приз, и ВКонтакте 10-3 на Galaxy. Александр Боровиков, 10-3 Galaxy, также жду тебя в личные сообщения ВКонтакте. Выдаю тебе твой подарочный код с донатом. Ну и, друзья, потихоньку уже будут открываться ставки на Midtown. Посмотрим, как разыграют здесь, но я сейчас посмотрел в конференцию Midtown. КТ был пик игроков команды Trio Power. Ну, точнее, они выбирали сторону для себя. Пик карты это от команды Galaxy. Но оборона в меньшинстве. Им сейчас придется очень тяжело. Да, но мы будем смотреть, кемпа есть от Скетча. Прочекивает он как раз таки альфу. Смотрите, это Мухае. А, кстати, да, я уже вижу заготовочки, просто я знаю, что SFT AK 3A Power готовят эти хаешки. Эта карта конкретно была разобрана на хаешках. Ну, тут в ответ лишь летят. Скетч ожидает пиков от своей оппонентки, которая просто ушла. Показалось, и дошло, что, в принципе, наверное, правильно сделала, потому что они играют за оборону. Да, это очевидно, но вам нужно понимать о том, что аркадный свой стиль надо ограничить с тем, что вы играете за оборону. И то есть, не знаю, аккуратненько вышли, пикнули, ушли. Но есть минус для Фемта. Он будет входить на точку Б, потому что как раз-таки эту позицию открыли. Злая просто затанцевалась на 360 градусов. Барелина на злой, но погибла. Погибла она, и в соло хотелка против пятерых выходит на тировский респаун. А там Виса будет ее оппонентом сейчас. Она его слышит. Была установлена. Она его слышит и готовится принимать. Да, минус имеется, но хотя бы не в сухую. Пока что борется. Борется еще хотелка. Скетч тем временем с кемпой выходит на контр центрального кафе, но тут же Фемта. Закрывает спокойно мидл. Для Фемта это довольно неплохое исполнение раунда. Трипл килл у него в копилке. Молодцом. Но и несмотря ни на что, игроки команды Galaxy не пытаются как-то ринуться в бой, да, так скажем, во
все тяжкие для себя и просто рашить какие-то позиции, так скажем, наобум. Они играют по-прежнему довольно аккуратно. Это говорит о том, что они все-таки оценивают команду SFT как серьезного соперника, который может ответить за глупость, так скажем, который может ответить за то, что вы его недооценили. Так что, ну, Galaxy за это можно дать отдельный респект, но тем временем вновь перемещение на B-Plane. Ну, Несса, Несса, 15 хп осталось, и там еще сама... Не фрага врагу, не фрага врагу, да, говорит, да, Света. Да. Полетела в воздух, но и оборона от злой на Б сейчас. Она пока что играет соло, должна дождаться подкрепа, но сама и неплохо разбирается, давая фраг по своему оппоненту. И бета занята фем-то на ящиках. Как-то так остановился, очень интересно, но... Это будет постановка на Б, где ситуация 2 в 3 для алкоголички вместе с хотелкой. Алкоголичка пару тычек дала и как-то остановилась вот по стрельбе Брюса. Не поверила себе, это возможно, то, что уже попадает и почти убила оппонента, но тем не менее, надо заканчивать. Стрельбу и видел. Видел Брюса, что он зашел в эту нычку за дверь, но у нее сейчас нету никакого внимания и понимания о том, что сейчас просто слева на бочках играл Фемта, который дал изи фраг, в принципе, по ней и дохотел, как ребята добрались, забирая второй раунд для себя. 2-0. Galaxy ведут. Ну, Фемта ведет, я бы сказал. Как бы парень просто соло гейминг, 5-1 счет на табло. Безусловно, там Брюс, да, Виса нашли по фрагу, молодцы парни, но это как бы не в обиду было им сказано, просто, ну, Виса 5 фрагов в копилке за 2 раунда. Ну, мне кажется, так, парни, сидите там, чаечек попейте, сейчас я пойду решать вопросы. Ну, такой скажешь, не-не-не, я качаюсь, пацаны, мне надо, надо звание. Тем временем минус имеется от скетча. Пошло небольшое перемещение под аплейн. Центральное кафе пик от Фемта, есть информация по Нессе, но, тем не менее, пока что дамаг не зарегался. Но на позиции аплейнта давным-давно уже можно надавить, там Виса должен был отдать инфу. Брюс на Виса надавил. Куда, мои фраги, куда ты идешь? Там стоять, бояться. Ну и подорвали своего тиммейта на бочке и отходят назад. Красавцы, пацаны. Все, хотели вроде пойти по дальху, но потом просто задавили Виса, свои же тиммейты, и потом, не, ладно, не будем пойти, не будем пойти мы на альфу, мы пойти на бету, ну и там злая. А ее в пиксель видит Фемта, вот как раз таки очень старый пиксель, и я попробую потом показать, если будет возможность, где именно этот пиксель находится, там можно чекать легко. Это как раз таки линия, но злая на премии бета опять же проигрывает, очень, конечно, это плохо, но Несса в соло пока что на обороне бета разбирается с бенефисом, а тут еще трое игроков. Света. Света. Пока что они вроде как не знают, на упору перестрелки против Брюса выходит, остается уже одна против двоих, упал сейчас сюда Фемта, Фемта в дымах и Света! Света! Простите, я уже перешел на данный. Что случилось в этот момент, Илюша стал? Почему так тоненько? Что защемилось? Что случилось? 3-0. Но тем временем, друзья, да, это 3-0 на табло. Нам-то, конечно, может быть и есть над чем подшутить, но вот девочкам из команды Trio Power явно шутить не приходится. Очень тяжелая ситуация. Три раунда летят на второй карте уже для себя. Это только первая половина. Но давайте посмотрим за продолжением. Galaxy продолжает принимать какие-либо аркады со стороны команды SFT. Но минус имеется от злой. Закрывает Фемта. Бенефис разменивается. У Нессы могут быть проблемы. Сюда подтягивается хотелка. Но, судя по всему, проблемы будут сейчас у Бенефиса. Да ладно. Уходит еще и в флоун состоянии. Тем временем отключают аплейнт. Алкоголичка пала. И альфа полностью открыта. И вдвоем. Девчонки остались, бенефис на респауне, чекает движ на ЦК. Хотелка понимать о том, что это не вариант выходить на ту позицию, потому что бомба-то уже стоит, и надо идти на само убивание, не тратить время на игроков на респауне, но выход. Скетч промазал. Очередной выход, скетч не стреляет, ожидает, наверное, для себя удобной позиции от оппонента. А хотелка не стрейфится и просто зашла в проем дверной и погибла. Погибла она и погибла также и тиммейтка, которая вместе с ней отдала четвертый раунд для Galaxy. 4-0 в атаке на Мидтауне, ребята. Так, ну что? Пауза. Она самая. Ну да, видно, девчонки стараются, но опять же, не хватает пятого человека, у них, я, насколько понял, 7 человек вообще в составе, но там замена и так пришла, одна не может, у другой там еще, ну, в принципе, аргументированное обстоятельство, которое, по которым она не может прийти на матч, ну,
Проблемы. Проблемы, и причем, да, как раз-таки на, допустим, на момент, когда они выходят в эфир, когда на трансляцию их матч попадает, просто в предыдущих встречах они сыграли, мы увидели, что они проиграли, а следующую они 2-0 выиграли. Вот так вот. Но есть минус от злой, врыв в ЦК, где уже закрывают уже второго и третьего игрока, отличная приемка от девчонок, и остался скетч вместе с Фента, на длине по ним, в принципе, должна быть инфа, и, наверное, их должны закрывать по-хорошему, пусть вы и в сумме в четвером матче играете, но нужно было бы поджать, чтобы не задушить, так скажем, своих оппонентов. Но Фемта выходит тем временем на перестрелку с ЦК. В упоре по-прежнему дуалы от Хотелки на Рейдила, но немного. 64% здоровья более чем предостаточно для того, чтобы вести борьбу. Скейч пытается прикрыть спину, у него это удается. Погибает алкоголичка. Тем временем отправляется еще и Хотелка в таверну. Остается одна злая. Выпад имеется на двойку. Но опять же соло пик от Фемта явно не приводит ни к чему хорошему. Скейч остается один в один ситуации. Есть информация, что его оппонентка находится под А-плейнтом. Хорошему может ринуться под Б-плейн, собственно говоря, что он сейчас и делает, а далее разыграть от поставленной бомбы, но злая делает то же самое, только по КТ спавну, и вот-вот появится информация о заходе под вино. Так, а скетч заметил? Мне кажется, заметил, там вроде как через стекло можно было увидеть, но посмотрим сейчас, он вроде как чекает именно эту позицию, да, я думаю, 100% заметил, но ему надо ставить бомбу, а злая продолжает пикать, выходит на него, и изи фраг, в принципе, для скетча, он был подготовлен уже к этому моменту, да. Именно так, и это пятый раунд. Спрашивают, зачем? Ну, смысл паузы. Ну, обычно, вот именно в таком моменте, когда противник прется, ну, вы просто выходите на паузу, берете для себя небольшое время, во-первых, и вы передыхаете чуть-чуть, и также оппонент выдыхает, но короткая была пауза, я не знаю, может быть. Не на 4. По-хорошему, да, надо было брать раньше. Но опять же, мне кажется, девочки прекрасно понимают, в чем в основном их проблема на данный момент. У них нет пятого игрока, у них нарушена синергия, у них нарушены звенья. Они просто не могут на индивидуальном плане вывозить там раунды какие-то перед своим оппонентом. 5-0, предыдущая половина была закончена, им по-хорошему сейчас вот вместо этого тильта, я не знаю, девочки, вот напишите, если вы будете смотреть реплей, напишите мне потом ВКонтакте, что вы делали, вот когда ситуация зашла, так скажем, в тупик. Я бы вот на их месте, ну, я понимаю, что я 4 в 5, соперник явно превосходит, ну, может что-то потренить, хотя бы вот вчетвером, просто попробовать там какие-то ситуации разыграть, да, в меньшинстве как раз-таки. Ну, обсудить что-то, выявить для себя какие-то ошибки, я не знаю, но из этого явно можно извлекать пользу, но никак не ждать того, что соперник просто будет набирать раунды. Но тем временем это 6-0, хорошо, точка поставлена за игроками команды Galaxy, Midtown также отправляется в их копилку, остаются раунды формальности. Пошла Аркада на позиции длины, Несса и Хотелка пытаются найти здесь минуса по Пенту и Бенефису, также есть пик на семерку, но тем временем Бенефис спокойно закрывает Нессу, Хотелка остается в гордом одиночестве на позициях длины. Брюс спокойно закрывает алкоголичку. Хотелка разменивается, но недолго музыка играла. Фемта резко влепил ей хедшот. И злая остается одна. Выходит на перестрелку с длиной, не дожимает Фемта. Прекрасно слышит перемещение на аркаду ЦК. Ну и погибает от рук скетч. Очередной 7-й раунд для Galaxy. 7-0. Да, в сухую идут ребята. Пока что ничего не могут показать. SFT AK3 AppPower на карте Midtown. Вообще без вариантов. Ну, я знаю, идеи и мысли у них есть по этой карте, но пока что реализовать их не получается. Очередной вход будет на центральное кафе. Ну, как вход. Попытка пика этой позиции. Но там кемпа от скетча, который в данном случае хорошо отыгрывает. Но есть минус на параллели, где длина играется Хотелка, который была уже фраг, пытается нашить на позиции скетча, где она его забирает, и ситуация уже в 2-2 резко становится. Атака от Нессы в соло на длине, злая также должна была играть, вот она сейчас как раз таки пошла на ЦК, там чекает она Б, вот почему вопрос, они конечно в паре не играют, вот только сейчас она пошла, это был вопрос, да, но Бенефис 42 хп, его сейчас будут зажимать вдвоем просто. Конечно, это с одной стороны приятно, когда тебя девчонки вдвоем пытаются зажать, но сейчас не про то, и Брюс Редовый, 7 хп, Света на 30, пытается нашить, все, Брюс перезарядился, ой-ой, там просто такой пиксель или что это, сейчас такая просто могла быть грязь.
Такая щепетильная ситуация. Инесса выходит на пристрелку, задавила просто характером его и нашла факт. Она просто подкараулила момент, когда он уйдет на релоуд. Ну, типа, она правильно все сделала. Она видела, что соперник простреливает. И это тоже, кстати, немаловажно, ребят. Считайте, сколько соперник, так сказать, простреливает. Сколько он выпустит патронов из обоих. Но здесь уже рейд пошел от команды Galaxy. Это да, ладно. Видимо, не от команды Galaxy, а от команды SFT, но в любом случае два раунда забрали девчонки для себя. Ну, моральное удовлетворение, как-никак. Заркадили центральное кафе, коллектив Galaxy, и просто получили, что заслужили. Они вышли просто в пятером с одной позиции и, естественно, их закрыли. Там нужно было или исключительно хорошо стрелять для них, или... Или-или. Они вышли и... проиграли. Но есть фраг до них в очередном раунде. Алкоголичка уже пала под хаешкой. Скетч пытается нашей центральное кафе. И прокинуть также его. Там хотелка хаешку-то выйдет, поэтому она ее не достанет и на респауне. Засели девчонки в ожидании, возможно, как раз таки аркад, который очень часто сейчас уже демонстрирует Galaxy. Ну да, они, конечно, победили уже, поэтому эти аркады, они просто с легкой руки, так скажем, делают. Им не страшно потерять раунд, там, два, возможно, потому что по факту победа уже есть. Несса, минус по фемтам. Снайпер рискует своей головой при пиках на прострел Нессы, но, тем не менее, пока что этому парню везет. Дроп имеется на БТР, Несса уходит под позиции арки. Длину будет закрывать Бенефис, но, опять же, девочки сейчас ждут каких-то пиков от Galaxy. Они привыкли, что те сами начинают играть более агрессивно, ну и, собственно говоря, ждут, пока будут ошибаться. Ошибается тем временем Скейч, погибает в центральном кафе, пошло перемещение на длину. Вот сейчас, если Бенефиса чекнут, да, должны чекнуть. Первый пошел, второй пошел, отлично. Несмотря ни на что, все-таки находят здесь дабл. И, друзья, третий раунд для игроков команды Galaxy. Но вот на первой половине, так сказать, пару раундов забрать в свою копилку девчонкам из команды SFT, вот прям было бы вообще неплохо. Но, как я уже говорил ранее, эти раунды могут принести сейчас лишь моральное удовлетворение. Тем временем летят хаешки на четверку. Была попытка пика центрального кафе от хотелки и злой, но у злой остается 31% здоровья с хаешек. И она принимает решение пока что отсидеться. Ну и выход на длину. Несса чекает, видит двоих оппонентов, дает инфу тиммейтке, которая выпрыгнула, получила пулю в лоб, и злая разыграла таки свою позицию, которую насиживала здесь секунд так 30. Но алкоголичка на длине с хаешки пытается забрать своего оппонента, этого сделать не получается. Фента 40 хп, инфа есть по злой. Ну, сейчас ее просто буду зажимать. Ее будут зажимать с ЦК, Скейч смотрит с кемпы, получает пуль в голову, получает на длине Бенефис. А тут фемта редовый, злая. А тут становится интересно, но она просто просто прыгает на респауне, свапы. Вот видите, вот, я не знаю, вот как сейчас видно было модельку, но просто прыжок, свап, смерть. Примерно так будет с каждым, кто будет так делать. Когда вы свапаете во время аркады, где-то в мире грустит один Илюшка Хайдар. Верно. Но тем временем, друзья, все-таки раунд имеется для игроков Galaxy. И, судя по всему, это фаст выход на Б-плейн. Тем временем Виса проигрывает этот файт. Брюс остается на широкой. Пошло перемещение от Скетча и Бенефиса. От Брюса минус. Брюс находит дабл килл. Скетч тем временем на ножи накидывает алкоголичку. И тем временем остается злая. По ней есть информация. Да, с бочки неплохо подловила Скетча. Но в любом случае за ней объявлена охота. За спиной у нее находится Фемта. Так что уйти не удастся. Фемта будет принимать злая. Выходит на пик 7. Ай, какая тут сладкая добыча, парни, вы чё? Но благо Фента здесь порешал все вопросы, но на семерке, откровенно говоря, сами зафейлились. Есть 10 раунд, друзья, и 10-2 общий счет на табло за игроками Galaxy. 2-0 по картам, Galaxy победители. Ну а мы с вами подводим итоги ставок, друзья. Так, Midtown, 10-2. Так, я сразу же вижу... ставку 10-2, но я не вижу, на кого она была установлена. Да, Добромир. Ребята, пишите, когда вы делаете ставку, пишите, за кого вы топите. Так, 10-3, 10-5, 10-5, 10-1 и... Ага, Булл. Булл 4.
10-2 на Galaxy поставил. Напиши мне в личные сообщения ВКонтакте со скриншотом учетной записи Ютуба, дабы подтвердить, что это ты. А ВКонтакте Данил Ионов. Данил, жду в личку. Также получишь свой приз. Друзья, у нас на кону второй матч на сегодняшний игровой вечер. Пока мы будем дожидаться наши коллективы, мы выходим на музыкальную паузу. Не скучайте.